Друзья, меня все с Нового года не отпускает. Это развлечение, которое я себе выбрала на Новый год. То есть в эти расслабленные новогодние праздники я собирала пазл. И так мы подсели. Вы знаете, это такое расслабление, оказывается. Вы просто... Да, это абсолютно бесполезная вещь, но как-то получается так, что вы при этом расслабляетесь, и я, честно, подсела, это мой уже второй набор. Вот такой достаточно сложный. Я еле-еле вот по несколько штучек в день собираю, что теперь уже Денис вышел на работу, времени мало, но, в общем, этот соберу, не знаю, буду ли продолжать. Наверное, нет, но вот до сих пор остается у меня такая моя развлекуха залипательная. Друзья, заказала себе опять подарочки. Заказала себе бижутерию, такие сережки. У меня, знаете, были такие сережки в уши, просто такое небольшое колечко. Вы могли видеть это на предыдущих моих видео. У меня от них стали болеть уши, поэтому пришлось заменять. Я взяла вот такие две сережки. Это уже я одну вставила, одна осталась. Просто вот такой гвоздик с плоской поверхностью. Мне очень нравится, как это деликатно так выглядит на ухе. У меня в одном ухе две дырочки, поэтому так у меня тут ребенок буянит. Поэтому вот у меня одна сережка пошла в ход. Еще вот такие серьги. Это просто в уши такие повседневные. Вот у меня были раньше просто вот такие колечки, без каких-либо подвесочек. Ну, вот решила что-то немножко такое побаловаться, что-то более такое женственное взять. Вот так это выглядит, два таких кружочка друг на друге. Ну и посмотрите, как это вместе, они сочетаются очень хорошо, потому что здесь кружочки плоские, как показать-то. Ну, вы и так видите прекрасно, и здесь тоже такое дополнение, рядом такое будет вот кругляшок. Вот, и еще я себе заказала очень много темных очков. Вот такой пакет мне пришел. Здесь трое от Polaroid. Вот такие тоже в хороших таких чехлах. Трое очков от Polaroid и одни от Armani. Вы знаете, я сейчас не буду все доставать и показывать, потому что мне еще должно штук 10 очков прийти. Здесь из этой упаковки мне понравились вот эти. Господи, сейчас мне будет очень трудно их открыть. Вот так все хорошо упаковано. Они такие деликатные, лаконичные. Вы сами знаете, я люблю вот такое лаконичное. Вот такие. Вон, кстати, я там с телефоном стою, видно в отражении. Вот такие классные очки. Сейчас одну дужку сниму. Мне нравится, что здесь очень деликатная такая... Господи, рефокус. Деликатные такие надписи. Обычно на очках бывают очень яркие такие элементы декоративные. Мне не нравится такое. Короче, вот такие хорошенькие, лаконичные, черные очки. Ну вот посмотрите еще раз, что у нас тут происходит. Вот здесь хоть еще почищено. Я сейчас в другом месте шла, мы кое-как с коляской проехали с Костиком. Вот такие шапки на машинах. Вот такое все заснеженное на кустах. Посмотрите. Настоящая зима началась. Вот велосипед весь запороженный. Едем гуляем. Так, вон там кто-то пошел уже елочку выбрасывать. Мужчина тянет елку за макушку, видите? Там у нас домик, где можно выбрасывать мусор. И вот возле него всегда люди складируют свои елки большой кучей. Вот представляете, она такая классная елочка. Еще вся пушистая, зеленая, а уже не нужна, уже это мусор. Так жалко. Поэтому я очень рада, что мы в этом году все-таки взяли живую елочку. Она до сих пор у нас стоит. И вот когда нам надоест, мы ее, скорее всего, выставим к нам в сад. И что мы сделаем потом? Ну, она у нас будет расти, она в достаточно большом горшке. И на следующий год у нас, считайте, елка уже есть, и не надо покупать новую. А потом дальше видно будет, когда и там тесно в горшке станет. Ну, что-нибудь придумаем. Наверное, можем ее также отвезти и на новую получить такой купончик со скидкой. Вот, друзья, гуляют.
и так любуюсь домиками, елками. И посмотрите, как классно вот здесь на таком заборе лежит снег, сеточки. Ну, просто восхитительно. Вообще такая зимняя сказка получилась. Домики заиграли по-новому, как-то вот белые домики прямо тоже обновились, как бы все в снегу. Некоторые люди, да, с зонтами ходят, потому что на голову сыпется не слабо. Друзья, я вот этот домик уже вам снимала летом. А посмотрите, как он смотрится сейчас. Эти уступы, это терраса. Террасы вот эти вот с деревьями, с кустиками. Все заснежено, просто прекрасно. Красота, да и только. Прямо сказка. Друзья, мы опять на прогулке. Вы знаете, сейчас у нас эта зима такая выдалась снежная. Везде вот такие сугробы, но это уже очень мало, это часть только того, что осталось. Видите, у некоторых еще даже декор новогодний остался. Вчера у нас было плюс 11, сегодня, я думаю, тоже примерно столько же. Все тает, птички поют, слышите, верещат. Но за это время дети себе вот во дворах построили вот такие иглу. Так здорово, посмотрите, как хорошо получилось. Уже вот не первый раз встречаю. Ну, понятное дело, снеговики снеговиками, но вот плюс ко всему еще и такие иглу понастроили. В общем, кто во что горазд. Так здорово. Все резвились тут. Если какой-то пригорок, обязательно дети катались на санках. Вообще прямо подарок, потому что, вы знаете, все на локдауне сидят дома, как бы. Все закрыто, сходить некуда, заняться нечем. И бедные дети вот так вот даже и без развлечений, в принципе, вынуждены были себе искать какие-то более такие природные наши развлечения, как вот у нас в детстве были всякие санки, велосипедики, там самокаты, что-то такое. Вот скоро все растает и начнется у нас весна. Я вам уже рассказывала, что здесь часто у людей в частном доме вот буквально несколько курочек живет. Здесь тоже такой домик хорошенький. И у них буквально небольшая территория ограждена. И вот у них курицы. Недавно Денису говорила, типа, что видели курицу. Он говорит, ну как же они по снегу, что ли, там лазят. Я говорю, ну конечно, что такого. Ну вот они действительно просто лазят там по снегу. И не холодно им. Что-то там нашли у одной курицы на боку. Клюют ее. Вот мы тут с Костиком остановились, любуемся. Учим, кто такие курочки.